Надо бы контентик делать. Если Майнкрафт год прошел, а актива нет. Давай посмотрим, кто такой Эшли Майнкрафт. Ну и стримит Вольфенштейн. Блять, а где, а что? Я твое видео нашел 3 года назад. Год назад Симон только начинал стрим. Нет, чел, у Сергея Симонова было имя. У него было и не, у него был и бой с немагией, у него был крутой канал, он начинал стримить, но он уже был известен. У него там уже 600 тысяч подписчиков было, он уже известен был. У него уже было имя, ему надо достаточно пинка только было вот пнуть, и все бы побежали туда. А он в тот момент именно контент делал, там бухал охоту, нажирался, там спал на полу. Вот, поэтому люди-то и туда и пошли, потому что он в нижние интернеты с нихуя просто подался. Девка, что ли, какая-то играет в Майнкрафт? Всего хорошего. Француженка какая-то. Вот я, кстати, не знаю, справлюсь ли я еще. В помпончике сидит. Сколько нас осталось вообще? Француженка. Лука, блин, нет, походу. Это очень плохо. Лука нет, это супер. Когда плохо. Забанили канал, ну, год назад, на полтора или сколько, я не знаю, может, 2 года назад. Не знаю, когда забанили. Логично, что они смогут меня слить. Он начал его продавать, точнее, якобы да, сдавать да, в аренду. Да. На нем стали крутить крипту. Его один раз забанили, потом он восстановил через YouTube, еле-еле восстановил, он долго восстанавливал канал свой. И потом этот Кавелик, после того, как ему YouTube восстановил сам, он продолжил этой хуйней заниматься. И после второго раза ему уже не стали восстанавливать. Жест битрейт, конечно, блядь. Ебать, качество как у меня, когда я в 480 запускаю. Ну нормально, чё баба такая. Майнкрафтерша местной бабки. Живет в Латвии. А я думал прям во Франции. Прикинь, французский такой.